раннего утра дети и взрослые с чемоданами и сумками наперевес заполонили площадь у Монумента Победы. Сегодня у нас замечательный день. Я отправляю сына в детский лагерь «Юность». Мы уже в этом лагере третий раз. Нам очень нравится. Мне нравится, как вкусно кормят. То, что там проводят много разных мероприятий и дискотека. Мы первый раз едем, да? Да. Я не знаю, что она чувствует, но я ожидаю то, что ребенок отдохнет, очень себя хорошо проявит наконец-то. И просто перед школьным годом, грубо говоря, зарядиться энергией. Хочу отдыхать на свежем воздухе и найти много-много-много друзей. Всего за третью смену в лагере отдохнут около 470 детей. Ребята с нетерпением ждут момента прибытия в лагерь. Там мы едем первый раз, там интересно. Очень. Бассейны есть. Можно завести новых друзей. Последний день будет королевская ночь. Организаторы подготовили насыщенную программу. Всех детей разделят на две дружины – звездную и солнечную. Те, кто постарше, проведут смену под девизом «Герои среди нас», а младшие постигнут тайны третьей планеты, описаны в произведении фантаста Киры Булычева. Также каждый ребенок сможет выбрать для себя кружок по интересам. Вариантов масса. Мне очень нравится театр, и я бы очень хотела выступать на сцену. Мне там нравится КВН. И игры разные, и там проходят соревнования всякие. Каждый новый заезд в лагере не похож на предыдущий. Руководство «Юности» каждую смену удивляет детей новыми играми и соревнованиями. В этой смене мы добавляем еще один необычный, так скажем, кружок. Это будет дебат-клуб, да, то есть или клуб дебатов, где дети будут с утра учиться, отстаивать свою точку зрения. И числа, наверное, 25-26 мы ждем, что к нам наконец-то придет оборудование по лазертагу, и мы сможем поиграть уже, в военно-тактические игры с детишками, то есть без травм для детей наших. Детский оздоровительный лагерь расположен в живописном месте. Здесь много свежего воздуха, пропитанного ароматом вековых сосен. Данный факт позитивно сказывается на физическом состоянии отдыхающих. Дети с удовольствием из года в год возвращаются в красивые, качественно отделанные корпуса. Путевки разлетаются еще за несколько месяцев до начала заездов. Дети отправились размещаться в корпус, и теперь их ждет увлекательный и интересный отдых в течение 21 дня. Альмира Патрикеева, Влас Семагин, телеканал «Нефтехим».